Добрый день, друзья. Недавно выпускал видео, что типа до конца апреля пропадаю. Но, ребят, волей случая получилось пару раз выбраться на Обь порыбачить. В кавычках, ничего мы там не поймали. Оказалось, там клюет вчера и завтра. Свозили меня на таежный ручей. В санях не ездил лет 15, наверное. Очень болят руки, очень болят колени. Но все равно Женьку огромное спасибо. Душу маленько оторвал. Ездили на снегоходе Stealth Viking. У Жени есть такой, приобрел он. Ну, о снегоходе что можно сказать? Для определенных целей он, конечно, хороший снегоход. Для выездов на рыбалку. Это идеальный аппарат, потому что на нем и сидеть удобно, и рулится хорошо, и расход небольшой. Ну, для охоты, конечно, я бы такой аппарат не использовал, так как для меня лично он сильно тяжелый, сильно массивный. То есть для таежной охоты я бы не стал рисковать, тем более, когда охочусь один, на таком аппарате не рискнул бы, конечно. Все-таки нужен буран. Порыбачили на ручье мы неплохо. Клевало там пару часов всего, но клевало так хорошо. По льду уже хлынула вода. Ну, пока ехали на рыбалку, Евгений любовался природой. А я, конечно, свои какие-то делал заметки. Глухарь еще не такует, снега еще много, нас-то нет. Медведь еще не встал, то есть пока в лесу делать нечего. Тем более, как я сейчас пешком туда хрен сунемся. Поэтому теперь, ребята, реально встретимся тогда, когда растает снег. И тогда поснимаю вам новые ролики. Кое-что покажу, кое-что расскажу. Вот такие вот дела. Что еще сказать? Весна, солнышко, на улице ночью холодно, днем тает. То есть весна берет свое начало уже полным ходом. Впереди температура обещает минус 21 ночью. Днем так, минус 5, минус 6. Поэтому все будет хорошо. Ладно, ребят, всем удачи. Увидимся, ждите новых роликов. Подписывайтесь. Всем пока.